Мастер перевоплощений. Человек, опередивший массовое увлечение косплеем. Во всем этом проявляется образ классика актуального искусства, петербургского художника Владислава Мамышева-Монро. В память о нем в Музее современных искусств имени Дягилева СПбГУ открылась выставка «Владислав Мамышев-Монро. Света Острова. Звездные войны». На фотографиях Владислав предстает перед зрителем в облике главных героев киноэпопеи Люка Скайуокера, принцессы Леи Органы, мастера Йоды Дарта Вейдера. Это вот было коллективное творчество богемы того времени, ленинградской культуры, которая произвела культурный переворот в СССР и создала культуру, в реале которой мы сейчас живем. Вот эта медиальная, светская культура, в том числе клубная, танцевальная культура, без которой мы сейчас, в общем, не можем помыслить своей жизни. Выставка оказалась по-настоящему уникальной для поклонников творчества Владислава Мамышева-Монро. Петербургские зрители впервые увидят земные образы «Звездных войн» в исполнении самого художника. Эта фотосессия была проведена в 2005 году. Автор костюмов – Света Острова. Она же подготовила сегодня материалы той исторической фотосессии к современному показу. На самом деле, являясь как бы частью этого общества, в котором мы сейчас находимся, да, каждая новая выставка создает какой-то новый потенциал, то есть какое-то новое ощущение новой жизни. То есть мы же все новые люди, понимаете, с самого начала мы новые, и концепция нового человека постоянно поддерживается следующей выставкой. И вот эта выставка очередной раз это подтверждает. Над проектом также работали Алексей Бармалей-Богданов и Полина Федорова. Экспозиция создавалась при технической и творческой поддержке мастера по свету Алексея Козлова и дизайнера Анны Иткиной. Это все по формату житий. Мы, конечно, не думаем, что это стало, ну, как бы не обожествляем этих персонажей. Мы просто берем этот иконописный формат, как формат искусства просто, в принципе. Вот, и мы очень долго думали над этим, искали какие-то подходящие вот иконописные работы, и она очень здорово сработала и по цветам, и по вот этому формату. Выставка открыта для посетителей до 26 апреля в Голубом зале Музея современных искусств имени Дягилева СПбГУ. Елена Власова, Евгений Горяев, Алексей Чубко, медиацентр СПбГУ.